Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, новые задания. Выиграйте 6 гонок, отлично. Так, получите 250 эфирного времени, шикарно. Задания неплохие, 2 штуки точно, наверное, сегодня мы выполним. Так, бесплатный сундук, открываем. Кубки, блин, ребята, у нас сегодня какое число-то уже? 5-е, 6-е? 5-е, да? А у меня еще только... Блин, 6000 кубков будет намечено. 6000 кубков. Так, интересно, проверим сейчас на спящих и не спящих. Ну, я не обижусь, ребята, если кто-то спит. Ничего в этом страшного нет, времени, потому что, ну, сам видишь сколько. Так, результаты. Да неужели, ребята, победили? О, прикольная маска. Это у нас дикий стояк, ёк-макарёк. Как всегда, отличился. Назовет же дикий стояк. Дикий стояк. Так, оперативная разблокировка сундука. Так, время разблокировки всех сундуков сократится вдвое. Играть. Ну, это хорошо, если сократится вдвое. Так, ребята, у нас забытое шоссе. Меняем нашего гонщика. Хорош. О! Во, пускай будет такой полузомби, полубомжара такой, знаешь. Блин, у нас на... Фига на ККМ-ку, посмотри, сколько красок всяких. Блин, прикольно. Ну, я поеду уже не на ККМ-ке, я поеду вот на чем. А тут у нас красок нет новых? К сожалению, нету. Давай, наверное, на красный погоняем. Ну что, ребята, я готов. Я готов получать 6000 кубков. Надеюсь, получится сегодня быстренько, без проблем, все это дело заработать. Да-да-да-да-да, дурацкая... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят, ну как же так? А сколько времени потратил? Ой, так, тихо. Блин, там вверху какой-то Спенсер едет. Надеюсь, он меня не догонит. С такими косяками, как я сегодня начал игру, это, конечно, ребята, очень интересно. Ну давай, родная, ну выезжай, блин. Твою налево, есть. Фу, было жарко для меня, ребята. Ты смотри-ка, уже кто-то не спит. Так, Гельфиш, привет. Моррисон, помоги, пожалуйста, я вышел из команды и потерял второго лидера. Если не сложно, сделай обратно. Так, а зачем же ты выходил-то? Не понимаю тебя. Так, зачем вообще выходят люди? Если вы уходите, так вы уходите. А зачем вот это уходить, потом заходить? Ну, я не знаю, ребят. Я ни на кого в обиде не буду. Это как бы ваше личное мнение. Так. Ну что, ребята, я поехал. Кубок аллигатора у нас здесь. Вот сейчас посмотрим, достоин ли я этого кубка. Так, это не там ли, где меня крокодил любитель... Ты смотри-ка, запрыгнул. Я запрыгнул, ребята, раньше что-то я не запрыгивал. Все время падал вниз, а теперь, смотри, запрыгнул. Когда сам этого не ожидал. Хм. Так, кусачие болота. Я понимаю, почему называется вот эта трасса кусачие болота. Потому что оно кишит просто аллигаторами, ребят. Кусачими аллигаторами. Поэтому оно и называется кусачие болото. Ух, ёк-макарёк. Так, Рэйчик, давай. Не вздумай этому хлыщу уступить. Ребята, да как так? Как так? Вшивые крокодилы, а? Чтоб их черти жрали. Тысячи. Все ребята под воду нырнули. Все, по-моему, да? Один я там на поверхностях шоркался, блин. Как бомжара, блин.
Ладно, если мы сейчас с тобой займем первое место, то это простительно будет. Но если не займем, то и лидером мы здесь не будем на этой гонке. А мы занимаем 6 очков, да? Да, первое место. Первое место у меня занимает мой бомжик. Благодарю. Да, не за что. Так, ну что, друзья, а у нас Кубок Федерации. Час ночи Рэй гоняет, блин, в Кубок Федерации, блин, в ХКР-ку. Другой бы спал бы уже в это время. Так. Блейз, ребята. Ой-ой-ой, вот это вот момент, ребят. Прикинь! Нас двоих вот это вот вшивая ККМ-ка сделала. Просто, ребята, вшивая. Это серьезно говорю. Вшиве ее ничего в жизни нету. Да. Читерит, что ли, я не пойму. Летает она там без крыльев каким-то макаром. Так. Хорош же мой повторять-то, а? Бестолыч. Нормал этот, или кто он там? Повторяет он за мной. А этот вообще последний приехал. Ну что, поехали. Пора, ребята, им показать, кто папочка здесь. Ну? Че, хлыщ, выкусил? Они тут все выкусили. Потому что это папа. Папа на дороге сегодня. Вот и все. Делов-то на копейку. Как дела у тебя? А то мы давно не общались. Ну, как дела? Болею. Болею. Потихоньку. Осложнения идут какие-то. Скажем так. На уши мне дало. На глаза. Будем смотреть, во что это все выльется. Прогнозировать как бы не буду. На прием схожу, там посмотрим, что там скажут. Ну и, наверное, я чувствую, вы, точнее, вы слышите, что у меня с голосом проблемы. Хрипит, как я не знаю что. Вот. Я надеваю наушники, ребята, и просто ни шиша не слышу. Я на всю громкость делаю. И звук такой, знаешь, как приглушенный. Очень сильно приглушенный. В плане горючее кончается. Не понял я. Какой горючее кончается? Вы чё? А как так-то? Слушай, нормально. Все по горючке стали. Мы только вот с этим вон промастером едем. Хм. А у остальных у всех, прикинь, горючее закончилось. Так, забираем с тобой самоцветы. Забираем здесь выполненное задание. Вот как-то так. Ну что, у нас дальше идет мистический, друзья мои, кубок. Мистический. Я думаю, никаких проблем у нас с ним не должно возникнуть. С этим кубком. Так, у меня какая-то, ребята, ролейка тут собирается обогнать. Но не вышло у нее. И я выиграл 6 гонок. Скажем так, начало положено. Начало положено. И дальше продолжено. Так, я залетать туда не буду. Залетать туда не будем и наверх. Вот я вот по низинкам, ребят, специально еду. Опа. Тут я знаю, тут специально я снизил скорость, чтобы мы с тобой заехали на возвышенность на эту. Без высоких вот этих подлетов и сразу же начали сразу ехать. Вот, в принципе, для чего это было сделано.
Так же, как и вот здесь вот. Но опять же, не сильно надо делать, потому что можно и переборщить. Нет, этот Сусанин пытается, ребят, но у него ничего не получилось. И последняя трасса, насколько я помню, это будет у нас спуски вниз. Вот, я думаю, вы поняли, да? Сейчас вот, типа, мы поднимаемся, и вот у нас будут после вот этого спуски вниз идти. Вот они, пошли. Ё-моё, с какого перепуга-то, блин? В жизни здесь, ребят, никогда не врезался, вмазался. На спусках. Ну ладно, все равно первым, но... Понимаешь, да, что это бред? Так, задание завершено. Давай заберем наши награды, скажем так. Угу. Так, 18. Чего там у нас? Амортизатор это на моноколесо, но это смех. Ну, взорвали. У меня тоже потихоньку. Это самое главное. Сам что не спишь. Сам что не спишь, братишка. Братишка. Так, ладно, ребята. Я сегодня на Феррари. Красненькой Феррари. Ну, ё-моё, ну... Ну что это такое, а? Ну что это за расколбас, ребят? Какой, блин, X-Men еще? Тут X-Men какой-то появился. Пипец. Ну, вторым, ладно, вторым. Ну, как я мог уступить? Ну, я, в принципе, догадываюсь, как я мог уступить, ребята. Опять же, в горку, блин, ни хрена же мы не умеем нормально ехать. Так скажем. Тут еще вертушка, видишь? Я пошел вниз, короче. Все, 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 началось, началось, все, сфейлились. Сфейлились, друзья мои. Там юникор какой-то был. Юникор, да? Он у нас почему-то вообще, ребята, не доехал. Он где-то на финише там отдуплился. Не знаю, с чем это связано было. Так, посмотрим, что у нас на этой гонке может получиться. Я надеюсь, все будет шито-крыто. Ты помнишь прекрасно, да, что здесь делать надо? Ну, типа того. Типа того, кубарем вниз, как говорится. Новая краска, нифига, ребята, красочка мне выпала на баге. Шикарно. Так, что там? Я в Германии, у меня только 21.50. Что там делаешь-то в Германии? Вот что меня интересует. Там же у нас идет русофобия. Как вас там, не выгоняет? Вот эти ребята, был бы у меня Дискорд, я бы мог бы сейчас с человеком бы посидеть бы, поговорить. Нормально, спокойно, блин. Играть и говорить. И ничего бы не это. Но этот дурацкий Дискорд до сих пор не могу настроить. Спрашивал у вас, вы что-то молчите. Значит, тоже никто не умеет из вас настраивать его. Я говорю, у меня есть, но он только с одной комнатой, где мы с Ильей, с Иллинойзом общаемся. Но уже давно, правда, честно, не общались. Вот, но факт то, что он есть. Это просто как факт. И как этот номер тоже давать, я только не понял. Там же есть, как он называется, индифакционный номер. Или... Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. То есть его как-то надо выдать. Да, чтобы люди могли заходить в Дискорд и общаться. Что-то типа того. Пригодится это потом все равно, как ни крути, этот Дискорд.
Так, я вот все смотрю на этого хлыща, и он меня, ребята, по чуть-чуть все-таки хочет обставить. Но я вырвался вперед, отлично, все-таки я первый. Я здесь первый. Так, не притесняют. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Я не злорадствую, нет, не подумайте ни в коем случае. Просто я, наоборот, переживаю. Потому что нашего брата сейчас везде гонят. Гонят, гнобят, я не знаю, там как это еще назвать. Недолюбливают. Ну как недолюбливают? Недолюбливали они всегда, в принципе. Вот, здесь в этом ничего удивительного нету. Просто хорошо, что сейчас это все стало явным. А не спустя там фиг знает еще сколько лет, и когда все поменяется. Ладно, в общем, не будем эту тему трогать. Мне она не нравится. Тема эта. Так, слушай, подожди. Оп, я пролетел, отлично. Так, ребят, вот тут вот. Тут вот надо сделать, по крайней мере, мне вот так вот. Твою налево. Так, той. Той все-таки умудрился проехать, да, я смотрю. А у меня проблемы, ребят, с горючим. Доеду хоть? Доехал. С горем пополам. Ну что же, первое место я все равно урвал себе. Да не, все пока нормально. Ну, это самое главное. Так, живу я там. Давно живешь-то? Хотелось бы узнать. Фига я его тут, ребята, озадачиваю своими вопросами. Прям допрос натуральный у меня идет. Так, гран-при каньон, нафиг крылья-то ты. Ай, рей, блин, заговорился, ребята. И крылья не убрал. Ёпарасоте, блин. Ох, сейчас будет веселуха. Ох, сейчас будет. Фига, ворота закрылись там. Я даже не знаю, что сказать, хорошо это или плохо. С крыльями, наверное, плохо, ребят, все-таки. Они мне здесь вообще как бы, ну, по мне, лучше у меня, чтобы здесь было сцепление с колесами нормальное. Слушай, а на байке, наверное, здесь, блин, наверное, плохо ехать, мне кажется. Так, шлемаки такие еще главное, там висят везде, ты видел? Кто-то там сзади. Панаджир. Нет, Панаджир. Тебе не повезло сегодня. Так, третья у нас заключительная гонка, ребята. Сейчас посмотрим. А, нет, не Панаджир, а Панад. Да, короче, неважно. Че это я тут как еду, как навозник? Так, байкер, тлок. Ты не хочешь отдуплиться, а, парень? Нет, видимо, не хочет. Не хочет, ребята. Ну что, я все равно первый. Я все равно первый.
Строительство. Ну, почему-то, ребята, я так думал. Хотя мне бы... Ладно. Мне бы было бы больше с руки, если бы... Дальнобойщик. Ну, сам понимаешь. Хотя строитель тоже хорошо. Я ничего не говорю. Уважуха. Только строитель, вот, есть разные строители. Есть строители глобальные, которые дома строят, да, дома, там, офисы и тому подобное. А есть строители, которые... Нет, там не строители, там ремонтники, по-моему, да, которые... Блин, я заговорился, ребята, опять забыл колё... Ой, ё-моё, забыл опять убрать эти. Я еду на колесах без шипов. Твою налево. Но зато с крыльями. Зато с крыльями. Есть строители... Ну, как объяснить строителей? Вот я тоже в свое время работал... ну, как работал, подрабатывал. Но есть у меня такая... как сказать, жила, не жила. Профессия. Нет, ну, у меня там не строитель все-таки. У меня больше... Каменщик, наверное, я бы так бы назвал ее. Да, скорее всего, это называется каменщик. Но, по идее, оно тоже относится как бы к строительству. Ладно, что-то я не туда уже лезу, в дебри. У меня уже в 2 часа ночи уже голова не о том думает. Сейчас еще играл в игру одну. Прикольная, ребят, новая игруха вышла на втором канале у меня. Заходите, смотрите, называется «Призрачная песня». Она что-то типа... Ну, хоррор ее не назвать. Ну, в общем, все как я люблю, да? Единственное, что она не пиксельная, а рисованная эта игра. А вот Санаби меня, ребята, сегодня... Блин, я опять забыл поставить. Санаби меня очень, ребята, разочаровала. Но не в плане того, что игра плохая, а в плане того, что, ребята, у нее оказывается ранний релиз, и она недоделанная, представляешь? Просто я дохожу до определенного момента, и мне пишут: спасибо большое, игрок, ждите дополнения. Это посреди этой игры. Нормально вот так вот? Ни с того, ни с сего. Я очень расстроился, потому что там такой замес начался. И на тебе. Это мне вспомнилась игра одна, не помню, как она называется. Но тоже там играешь мужичком, который там рубашит всех налево и направо. Вот, у нее тоже в свое время было вот это вот. Ранний доступ, он продлился, этот доступ, по-моему, 3 или 4 года. И когда она уже вышла в релиз, я эту игру уже давно-давно удалил. Вот так вот. Так, ну что, у нас 5 очков. Пока мы идем лидерами в этой гонке. Ну, крылья, конечно, с крыльями я, блин, ну пипец. Просто лопухнулся по-черному. Так, дай-ка я вниз, наверное, занырну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Элекс гон. Да, Элекс гон меня здесь подрезал, но все равно, ребята, я первый. Так, что там такое? Так, Джек проснулся. Если я вам, ребята, скажу, кем я работаю... Не, я не буду говорить, кем я работаю. Ну, я тебе скажу, что... Давай проще скажем. Давай так скажем. Я добываю природные ресурсы. Вот так вот. А там уже думайте сами. Так, привет, Джек. Так. Скажем, я добываю полезные... ископаемые. Вот так вот. Так, сейчас главное не забыть, ребята, убрать крылья. Все, отлично. Ну что, поехали. Так, на мотоцикле. Он еще не, он не побоялся еще там, ребят, сальто накрутить, а? Твою налево, я впендрючился. Ой, как дела мои хреновенько пошли-то здесь.
Чё-то я раскис. Я раскис, ребята. Я прям чувствую, как я раскисаю. Это все болезни. Да как тут? Тут на машине-то, блин, еле проезжаешь. Я не знаю, как там на мотоцикле, ребята, может проехать вообще. Я не знаю. Одна гонка всего лишь была. Ну, теперь знай. Да ёк-макарёк, что ты все меня сюда-то выкидываешь? Выкидывает он меня. Так, ладно. Давай дальше. Живи, живи, Беларусь. Что значит живи, Беларусь? Фу. Все, ребят. Все, я начинаю отвлекаться и этот. Начинаю раскисать. Отвлекся на «Живи, Беларусь». Начал думать, что такое «Живи, Беларусь». Может быть, типа «Живи, Беларусь» или что-нибудь в этом роде. Я не знаю, ребят, что такое «Живи, Беларусь». Наверное, «Живи, Беларусь» что-нибудь такое в этом роде. Да, наверное, скорее всего. Так, ну что, тречка есть. Мне нужно еще здесь, ребята. Победить? Ну, подводная лодка. Ну, это как всегда. Это как всегда, ребята. Первым местом здесь и не пахнет. Каким я там еду третьим? Зашибись. Еще и все меня здесь обогнали, почти. Опа-на! Сам не ожидал, ребята. Так, 6. Ну, в общем, у каждого своя правда, но я первый. Я первый. Так, крылья, ускоритель, колесный. Так, понятно. Это моя шахта. Слушай, нам остается тут сколько? Ну, гонки 3, наверное, максимум. Проехать, и все, и мы... И мы будем иметь 6000 кубков. Фига там все, кому не лень. Так, у меня крыши нету, ребят, все, я безбашенный, но вторым. Все там пердаки у всех горят, но у этих даже шапки там одинаковые. Фокусники чертовы, посмотри. Так, ладно, здесь я перелетаю нафиг. Это-то еще желтое говно. Что лезет, блин? Куда лезет? Смотри, с кем ты тут состязаешься. Состязаешься, истязаешься, блин. Научись говорить, Рэй, блин, как беззубик, блин, какой-то. Блин, сегодня, ребята, сколько раз не пытался зайти в этот, в Драконы всадники Олуха, и так и не пускает. Какое-то обновление. И он у меня не хочет обновлять игру. И все. И на этом все остановилось. Так, ну что, друзья мои. Первый снежок у нас написано. Первый снег. Первый снег. Ну, в снегах, в принципе, мы неплохо должны ехать. Но я смотрю, тут есть похитрее. Жучары. Хорошо, 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 есть. На, отлично. Нормально мы приехали. Как бы не обделали все пучком. Причем, знаешь, что меня удивляет? Вот раньше я ехал с идеальным приземлением. Рэй, убери идеальное приземление. Оно тебе не нужно, убери там то, все, пятое, десятое. Сейчас в комментариях. Рэй, хочешь брать топовые места, бери идеальное приземление, там еще что-то, еще что-то. Я
И как это понимать? Раньше, значит, это было фуфло, а теперь это зашибись? Вы определитесь, ребятули. То как-то конкретики нету. Ёпрасоты, нифига. Вот это, да. Вот это ты обосрался. Давно такого я идиотизма не видел. Просто на ровном месте. Просто на ровном... Взял, шпендякнулся и все. Просто на ровном месте, блин. Был фаворитом и обосрался. Ну, ё-моё, ну... Я не знаю, мне иногда кажется, что игра специально такое делает. Для меня. Такие вот... каверзные, блин, штуки. Просто Рэй чуть-чуть где-то отвлекся, потерял бдительность, расслабился, о чем-то задумался. Получи пику. Как говорится, в ребро, да? Чтоб не вякал. Ну, игра, ну, подлючка, а? Ну, подлючка. Это, ребята, как в этом, на третьем канале у меня игра, эти машинки, хищные машинки 3D. Босса дали мне сегодня. На, говорит, победи. Я не знаю, сколько я там попыток сделал. Победи. Он тебя просто рвет, как охламона. Просто рвет. Там еще такая машина, а у нее спецвозможность, она вызывает миньонов. То есть он сам по себе такой здоровый грузовик там, с шипами весь там, с молотилкой. Так он еще вызывает миньоны. А я думал, ну да, миньоны там, просто миньоны. А это миньоны-бомбы. То есть они к тебе подъезжают, еще взрывают. Короче, это был трэш. И что, я остановился на том, что надо, ребята, искать дополнительные карточки на машину и ее прокачивать. Иначе, ну никак там не пройти. Чего бы ты там ни делал. Просто у тебя на канале написано, что ты живешь в Америке. Нет. Живу в сугробе. Ой, блин, вот Рэй. Это называется ночные бзики Рэя. Когда он не высыпается и начинает плохо себя чувствовать, начинает чушь нести. Он, как видишь, этот попрыгулька-стрекоза, блин. Раздражает меня прям, не могу как. Так, хорошо. Лихачок, ребята, недоделанный не попал, как говорится, в списки. Отлично. Просто мы здесь подрезали всех. Кстати, а где у меня там написано, что я живу в Америке? А, вы имеете в виду... А я не знаю, почему там написано, ребят. Там, наверное, изначально было. Я ничего там не делал. И не выставлял никогда, где место проживания свое там ставить. Наверное, по умолчанию. Там прям в Америке, там, наверное, в США написано. Скорее всего. Что-то в этом роде. Полетела тараканья, титька тараканья. Лети давай кузнечиком, ёпрасоты. Все, ребятушки. По-моему, мы берем с тобой, да, 6000 кубков. Так, две детальки. Это у нас на автобус. Если серьезно, где серьезно? В Мексике, ё-моё. В Мексике живем. Так, ну что, ребят, давайте попробуем зиму-зимушку проехать. Ну, ты сам понимаешь, да? Если я даже возьму эту машину, она у меня не прокачана, это раз. От слова совсем. Сейчас посмотрим, а то мы за байком едем. Кто быстрее сдуется, байк или мы? Понял. А нет, заехали. Я думал, что все, ребят, встряли.
Вот, наверное, здесь где-нибудь встрянем. Нет, едем еще. Еще едем, ни одного сундука, ребят, пока мы не заслужили. Байк. Байк, ребята, перевернулся. Мотоцикл перевернулся. То есть Рэй фаворит, получается. Точнее, не Рэй, а как ее звать-то? Ну, ты понял. Выскочка. Да, ребята, выскочка фаворит на данный момент. Я думал, не заедет. А, она заехала. На втором канале, ребята, игрушка наподобие ХКР-ки, да? Как она там называется? Пикс. Ну, я ее играл все время. Потом забрасывал. Ну, потому что я забрасывал вообще второй канал, в принципе, как бы. Некогда было им заниматься. Вот, и сейчас вот эта вот игра. Так хочется сказать Twin Peaks, но это не Twin Peaks. Как-то там тоже это. Сегодня, ребята, взял себе этого старого Джорджи. Трактор купил. Ну, можете посмотреть, что из этого получилось. Написано «очень медленный». Угу. В общем, я не смогу, ребята, здесь, по ходу дела, заехать. Не хватит у меня дури. Да, не хватит дури. А знаешь почему? Потому что, ну, выскочка вообще, ребята, не прокачана. Вот. Была бы у нее хотя бы тяга, то проехали бы. Ну, ладно, один сундучок хоть получили. И на том спасибо. 120... О, что там такое? В Саудовской Аравии, блин. Да, да. Так и есть. Так, ладно, ребятушки. Что-то я... Как-то голова закружилась, что-то не знаю. Да, скорого. Да, пойду полежу. Друзья мои, ну что? Буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.